Доброе утро всем! Начинаем наш влог с Бондюэль. Гриш, пошли. Мы опять приехали на праздник Бондюэль в Новотитаровскую. Там уже все начинается. Да? Да. Сказали все Галине Ивановне спасибо. Спасибо. Привет, Гришуня. Гришуня, я тебя привет, Ириненька. Так, Гришенька, я тебя в этом году, ты в том году был на экскурсии? Да. Я тебя не записала. Ни Серегу, ни тебя, ни Сашку. Они были. Вы будете здесь играть. А Антоша пойдет с мамой и Афанасьей, да? А? Хорошо. Пойдете. Пойдем на экскурсию? Все, закрыть. Бежим. Как тут Афаня красиво. Афаня, где ты взял сумку? Дома. Тут даже шарики раздают. Ага. Афоня! Антош, ты будешь шарик брать? Нет? Ну, в 10 часов, сказала же тетя. И на батуте можно будет попрыгать, да? Ой, я хочу батут. В 10 часов. Не хочешь? Давай мне шарик. Пошли сфотографируемся на соломе. Пошли. Все, 10 часов. Сейчас будет уже начало. Наконец-то вы допили кофе. Зоя, привет. Иди, моя красавица. У меня просто палочки, шарики где? Афонечка, не тяни, ты что? Сейчас Зоя, пошли. КамАЗ кукурузы, и сейчас его будут высыпать, да? Тебе нравятся КамАЗы? Сейчас баба, да? Круто, да? Да, баба. Да, вот сейчас, видишь, вся высыпается кукуруза, да? Потом мы ее будем кушать, да? Ее в банку закатают. Класс? По этому поводу сегодня столько много людей собралось. А не зря дети сегодня это самые главные. Приходим непосредственно к ним. На Кубанскую землю построила прекрасный завод, организовала сельское. Афоне еще сок дали. Здесь делают букет. Что ты будешь делать? Букет. Вот делать, смотри, букет из овощей будешь? Или будешь фасоль сажать? Вот сажать фасоль будешь? Бери ведерко, насыпайте свои мешочки. Давайте я пока буду держать. Можно, конечно. Потом мы еще будем называть свою фасольку. Так, давай насыпем. Теперь надо полить чуть-чуть. Смотри. Тебе. Теперь выбирай себе фасолинку. Чуть-чуть, немного не поливая. Пропадет. Все, теперь сейчас будем называть ее. А? Бери одну, да. Давай. Фасолинку посадили. Афонь, ты выбрал? Еще одну? Нет, тебе все, смотри. Какая попадется, закрытыми глазами. Давай, закрытыми глазами. Как зовут твою фасоль? Генри. Ну-ка, выбирайте, малыши. Еще сверху ты только насыпь. Да, сейчас насыпим. Фиона, да? И ты выбирай. А у тебя как? Все, больше не сыпь. Покажи. А у тебя тоже Генри. Полить надо еще водичкой.
Мама, меня. Вот так. У тебя Генри, да? Сейчас водичка будем. А у Зои Фиона. Фиона, да. Ты можешь сам полить, только капельку нужно. Чуть-чуть. И твою. Давай еще чуть-чуть. Не так, подожди. Давайте хорошо, завтра утром. Сегодня мы уже полили. Завтра утром проснетесь. И все, пойдем. Будете сажать фасоль? Пойдем, Афонь, давай. Забираем свою фасоль, говорим спасибо. Ты сама будешь носить? Хорошо. Вот собирает букет. Вот Антон. Давай, собираем его. Сейчас, ага. Фасоль. А где твой букет? Антоха идет сажать фасоль. Подходи сюда. Конечно. Насыпай, бери вот лопаточку, насыпай пару ложечек. Да, еще ложечку. Посерединке. Посерединке, да. Прижимай. Теперь немного еще сверху земли. А вот, расковыряй лопатку. Вот еще лопатка. Ну что, дорогие родители, Теперь нужно ее полить. Сейчас тебе дадут леечку. Не поливал еще? Давай, держи. Чуть-чуть поливай, хорошо? Молодец. Все, а теперь выбирай имя. Чип. Чип? Нравится? Все? Мы идем на экскурсию. Иди сюда. И налью в это ведро нашего жидкого азота. Никто не... Один, два, три. Друзья, только поближе. По заводу, родители, дети, мы про эмоциями, позитивным настроением. А кто заберется последний? Заянечка, поехали уже. Графоня плачет. Потому что хотел со Степой ехать, а я не разрешаю. А как же телефон? А я на видео снимаю, сейчас. Все, мы едем домой. Ага. А Фоня ноет, но это ничего страшного. У нас уже 5 часов, даже почти 6. Я сделала оливьешку. И сейчас мы едем до родни. Антоха остался с Дашей. А я и сижу не дома, а я, в общем, с Гришкой и с Афонькой еду до родни. Мама, мы потеряли такого хорошего человека. Да? Ты кто? Мама, потому что ты не Кристина. Мы-то думали, ты Кристина. Да? Я дельфин. Да? Афоня. Родня тут пиццу напекла. Коле сегодня 9 месяцев. Мы отмечаем. А вот это овощной букет на бандюэле, да, делали? Ну, тоже прикольный вариант, кстати, да? Mm-hmm. Даже на чердаке можно такие делать, да? Mm-hmm. Афоня собрался тут ночевать, да? Mm-hmm. С Гришей? Да. Mm-hmm. А с кем ты будешь спать? Тут. Тут будешь? Тетя Вера? Да. Mm-hmm. И с крестным? Да. Mm-hmm. Молодец какой. Гляньте, какая лампа классная у родителей. Ну, сейчас, конечно, плохо видно, но она вот как дневного, да, света? Угу. Тоненькая. Так что теперь все видно, да, мам? Да.
А мы с Жени купили билеты и сейчас поедем в кино. Там как раз VIP-зал, Гоголь, чего-то там. В общем, мы ни одной части не смотрели, но посмотрим. А мы же приехали. Теперь нужно где-то в этом районе найти. А тут все как раз и стоит, да? Или что, куда они все? Зашли в Модис, а тут такие классные баночки, вот эти вот кривульки. Сколько она? 300 рублей, да? А вот маленькие кривульки. Я тебе такую сделаю, поставь. Тут что такое, мензурки? А, это подсвечники. А я мензурки, гля какие. А это тоже подсвечники, но я бы купила... А это виски. Не, а вот это что же подсвечники, но я бы купила как стаканы. Что, покажи, мусор, маленький контейнер. А для чего это? Что там написано? Что это вообще? Какой у него принцип действия? Да никакой, игрушечный. А, да, просто контейнер. Тут еще банан какой-то классный. Еще купили сижу у него кроссовки. Ну, еще не купили, да? Ну, вот выбрали в Deutschmann. Deutschmann 1500 вот такие вот классные прям. Эх, блин, ё-моё. В 45-м вы меня как изменник. Да. В общем, мы зашли в Макдональдс, потому что нам еще 50 минут ждать, и мы в какой-то веке должны сидеть не за столами за большими, это а на вот таких стульях. А это мне. Да. Кофе, кофе, ура! Еще что у нас? Креветки и роллы с креветками, 15-2-0-3. Да. Так, мы заходим. Тут красиво. Здесь мы что, можем подождать? Взяли билеты. Поспать. Почему тут играю? Нажимаю на кнопочку, а я сейчас раздвигаюсь. А вот теперь назад сдвигаюсь. Надо домой сидеть. Глянь, какие клевые, да? Ноги опускаются. Короче, включаем и двигаемся. А, тут просто... Сенсорное управление, короче. И теперь ногами можно двигать и ложиться. А вот это что такое ку? Что такое ку? Короче, зачем вам кино? На кнопочке нужно нажимать. Да. И теперь будем смотреть кино. Двигаемся. Я уже лежу. В белых тапочках, что ли? В белых тапочках. Сижу, не, короче, мы тут все прям лежим. Дамы и господа, снимаю жену. Она сказала, поснимай меня. Ну, ноги, начнем с ног. Мы на ужастики пришли? А? Что это вообще? На что мы пришли? Ах, не свети мне в глаз. Вот ты сказала поснимать. Страшная месть называется. Покажи. Короче, не знаю, вы видите или нет, я ничего не вижу. Давай, это даже не камер. Она теперь будет снимать и рассказывать. Каня! Ой, такая. Это ты выключила? Да, это я выключила звук. Все, поехали домой.